Сводки с полей опубликовал Минсельхоз Чувашии. Погода на прошлой неделе несколько скорректировала график посевных работ. Тем не менее, компания набирает обороты. Республика в полном объеме обеспечена семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур. Под урожай 2016 года засыпано семян около 50 тысяч тонн, 103% к плану. Доля кондиционных семян 96%. Обеспечена дизельным топливом составляет почти 95%. Минеральных удобрений достаточно для подкормки озимых на всей площади. На 22 апреля в 10 муниципальных районах было посеяно 846 гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур. Что касается необработанных земель, районами работы ведется. По данным администрации муниципальных районов, значительную площадь планируется вести в оборот. В Бресинском районе 3000 гектаров, Алатырском 2000, Маргаушском 2000 и более других районах.